Yo. Можно по-русски, наверное. Да, yes. Yes. А я играю в КП, ну, с другом. Можно подписку и лайк на развитие канала? Ну да, для меня какое классное игра с друзьями, согласен. Немножко сворачиваю экран, при этом идут лаги, типа, ну, переводчиком. Не особо по-английски понимаю. Поэтому идут фризы какие-то. Hello. Что за what the fuck? У нас что, пати поменялось? Ну, БД ушел, другой пришел. Не, понятно. Я, короче, стрим запустил, понял, и это... Челик зашел на стрим, и он по-английски говорит, и я что-то вообще это... Втыкаю, но я переводчик, типа, понял. Ну, был переводчик, заебись. И что он говорит? Ну, типа, это основной чар, типа, и на какой основе ты играешь, типа, ну, пати или соло? Чё, пати или соло ты играешь? Я в пати. А, зачем ему эта информация? Блин, мана вообще очень медленно регенится. А, это из-за перегруза.
Почти бафнул. Это не слейп, это сало. Грёбаные украинцы. С этим грёбаным салом. Он такой написал, типа, это, ну да, с другом хорошо, типа, играть, ну, в линейку. Он написал, типа, ну, сказал, типа, с другом. Я, главное, понимаю, ну, точнее, я ему говорю, он понимает, а, типа, what the fuck. Мне кажется, наебывает меня. Хейт. Возможно. Тоже сидит в переводчике. Ага, и переводит речь на слух. Не, я имею в виду, что мне писать, переводчик, типа. Ебать, пизда. Что-то КМЛ-ка пиздец заапкал не на 20 минут. Ну как и тот. М? Как и тот челик. Да-да-да. И они сейчас все, короче, в какой-то чайной чашке, такой огромный, буль-буль-буль плавают в чаю. Захлебываются, погибают. Кто на то этого нахуй от сахара, да? Он бы до кто-то побежал, а, блядь, мобов тебе. Мобов водить, наверное. Шарит, типа. Да сколько сосок осталось? 3700. У тебя? 2. Должно хватить. Почему нет СВС? Ну потому что его нету. Нам не нужен СВС. На туре нахер нам СВС, у нас есть код. Мяу. Сон Хантер и Сэм Лайк Кэт Баф. Типа да, код пиздата. Лол, не хватит. Да, да, код пиздата. Ну коперни в Google, ебани, и все, будешь все знать. Научишься базарить по-английски. СВС, мне кажется, больше под ПВП вообще нужно. Сколько ёбнул? Ай, хуй знает. Не успел, да? Наверное. Анимация пошла, а циферка не вылетела. Да. А-за-за! Кто тут самый быстрый лещ на Диком Западе? Еще и переводчик, короче, переводит криво нахуй. Вот его последнее сообщение, знаешь, как перевелось? Ну? А, ну если ты MC, то сильнее песни земли воюющих нахуй. Вот. А, ну потому что там используются такие слова, как сонг и прочее. Ну, типа, сонг земли, по-моему, есть такой, не знаю. Может, это был подписчик, раз он так быстро зашел, только стрим запустил, а он зашел сразу почти. Хуй знает. Ну, спроси у него. You subscriber, man? Чё? Пати иконка с лаком и БД. С лаком и без. Вот. Не знаю, я никакой иконки не вижу, но все лак. Поэтому похуй. 92%, ля, ща уже апнусь, короче. 82. Ля, у меня там бутеры в духовке ебашут метал. Надо их чекать, а то без ней будут хуёвые. Что, блядь, все стоят, ёбаные офикешеры, ещё как обложу налогами, нахуй. Будут платить бабки за воздух.
Повыше НДС, ёп. Повысить НДС — это круто. Да. Заценил пиздатую реформу. Но я не буду обсуждать. Потом как-нибудь, да, в гараже, но... Ну да, да, да. Так, пойду чекну бутерброды. Сейчас поставлю кого-нибудь пиздить, вон того моба, например, и все. А ты... Димитар Спасов играешь на Asterius X7, типа, или нет? У Яки здесь. Как раз моба убил, да? Ну, примерно, да. Все, никого больше не ищешь, да? У нас все есть? Ну да, все хватает. Четко, да. И XP больше идет чуть-чуть. И вроде комнату нормально держим. А чем, без ты, ППшки. Чем ты занят, что не можешь играть в линейку? Почему ты меня понимаешь и не пишешь по-русски? Типа, это как? Че там этот? Че ничего в чатик пишут, я нет? Я спросил, а че ты в линейку не играешь, блядь, типа нет времени сейчас на L2. Че? Раньше играл до 2 лет. До 2 лет играю в линейку с 2004 года. А, ну видишь, в линейку деды играют. Играли. Верните наш 2007. Но мне больше не 15 лет, поэтому у меня нет 12 дней в день, чтобы играть. Наверное, 12 часов в день. Но есть же фришки, чтобы играть меньше. А я болгарин, в нашей стране мы привыкли учить русский язык. Так он подписчик или чё? Я понимаю, но не могу писать. А ты подписан на мой канал, Димитар. О, а, я думал, кого-то пиздить сейчас будем. Да. Димитар, ты на канал подписан или нет? Я просто не знаю, у меня 3 подписчика, я не могу почему-то прочитать. Сейчас с телефона читаешь, да? Ну да. Ну то давай, как true streamer, сначала читай сообщение, а потом отвечай на него. Ну вслух, типа, лол. Дима, а ты это, подписан на канал или нет? А он сказал, на мой прямой эфир нашел только сегодня. Буду благодарен, если ты подпишешься на канал и типа поставишь лайк. Мне будет приятно. О, у меня есть подписчик. Ей, еще один. Спасибо, Дима. Ты лучший. ГЦ хуй. А сколько тебе лет в данный момент? Есть же много разных серверов, типа фришек. Там X10 тысяч, так зайти поиграть, пофаниться, поубивать. Сколько у тебя процентов, Паш? 96, сейчас апнусь, как хуе. Красавчик. У меня 86. Ты можешь не спрашивать, а просто плюсовать плюс 10 к своим процентам, и все. Бля, надо дашник искать. Да. Бля, где там арба эта противная?
Мобов еле запинываем, походу. Блять, это самая ленивая БДшка, которую я видел. Почему она сидит на жопе? Мэн, а че ты АФК? Я переводил сообщение. Пиздец. И че перевел? Ну, челик говорит, типа, это... Больше нравится прямые трансляции смотреть. А как ты нашел вообще Понятно. Мой канал? Вообще, это, наверное, на кон вопрос тебе ответил. А, да я спрашивал, типа, типа, говорил, что много фишек существует, там, X10 тысяч, чтобы, типа, зайти попаниться. А, просто смотреть, понял. Лучника будем брать? Да. Будет хорошо ДПСить. А нам, ну мне 19, моему другу это 18. С одного города вместе. Вот решили начать играть в Пол 2. Слышь, я думаю, надо БД менять. Ну, можем поменять БД, может заменной. Это пока не кикай, просто ищи замену. Что-то она охерела. Она АФК, её даже у компании, походу, смотри. Её моб бьёт. Бля, это не лучник, это же арба, ты напиздел мне. Она же лучница? Нет, это арбалетчик, ёбаный, у неё арбалет, а не лук. Ну ладно. У нее есть поф, это круто. Кинь пати апгрейду. Где он? Через инвайт. Секунду, Дим, перейду твой сайт. Блять, денсы упали давно. Бафов что ли не хватает? Майта нет. Ебани это ребаф, как закончишь с раскидыванием пати. Потому что смотри, ну не знаю почему, но у меня бафов нет. У тебя тоже бафов нету. У арбы вообще бафов нет. Нас сейчас нахуярит, короче, мы сейчас попадаем. Варку ща ёбыч сломает, блядь. Блин, дайте спокойно 2%, да, по чудовище. Чё, арба бьёт вообще? Да, норм. А где БД? БД, блядь, ясно. Тупо пришла АФК. Пэл еще разок. Нет. Да не, Дим, мы не школьники, ну как бы студенты, времени достаточно. Кикай он нахуй, она дэнс не дает, короче, пизду.
Я вообще в ахуе с чела. Трэшер Хантер, ты что, ты ёбнутый что ли? Кандидат, вот этот вот. Не до БДшка. Зачем ты хапросится в пати, где нужен БД? Может, я что-то не догоняю? А, да вот, идет поиск на замену. Вот. Так, есть попчик. Ищем заменку. Сначала пока стоит. Гуд. Эту БДшку сейчас еще и пока садим. Я так понял, да? Третий профу, вот. Может, она бичара. Другом, да, пойму, пойдем делать профу третью. Не, ну ты приколи, кинула дэнс и тупо АФК. Ну шалава, ёпта. О, очнулась. Не кидай пати, пусть нахуй идет. Сейчас новую БДшку, надеюсь, найдем. Это пиздец какой-то. В натуре. Она сейчас обидится, короче, и солят нас пока. ГЦ, кстати. Да, сяб, заебись. Наконец-то. Можно тупо профу уже делать. БД не можно сказать. Уже тупо соски покупать. Че тебя дапаем и ёбаем отсюда. Ёбаем. Тупое стало? Ну, да. Уходим. О, ничего себе! Че? 5 сильвершилинов. Да? ГЦ тебя. Че, купим варку рога? Рога? А они голд стоят вроде. А, не, 5 сильвершилинов. Ну, шилины некуда девать. Давай купим холли, че, почему бы нет? Че бы нет, прям сейчас куплю. Давай. И отдам. Дим, да, 76-й. Так, сейчас Бен. Прошалки. Пойдем, наверное. Они 3 стоят, лол, прикинь, 3. Ну а чё, придется. Чё придется? Покупать. Я говорю, они не стоят не 5, а 3. А, ну да. Ну чё придется-то? А, ну забей нахуй. Ты нахуй тебя не понял, понял? Не понял, понял. Понял, что ты не понял, понял. Я без данца вообще печальника вроде. Обмен. Пошла она нахуй. Она сейчас дэнс дала и опять в ка стояла. Ща бить просто начну, будет заебись. На, одевай. О, топовая хуйня. Вообще топ, да. Тупо. Прикольный ивент. Выпадают внешечки. Да. И мы себе прям букву крутить и выпадут рога, короче. А, лол. А я думал об этом, даже если так будет, мы просто их продадим. Ну да. Почему нам БД не надо? Нормально, если никто не авкает, мобы убиваются хорошо. Вон, арба походу хорошо дамажит, больше нас. Ну понятно, любой ДДшник, мне кажется, дамажит больше нас. Думаю, что такое медленное замедло, оказывается. Мне ну? Этот челик пишет, типа, вам БД сейчас не нужно. Вот, типа, зачем? Почему нам не нужно БД? Нет, БД комфортнее. О, слышь, там тот крылатый очнулся. Можно ему пати прокинуть, вообще в натуре без БД стоять. Прокинь пати крылатому. Хотя бабка не стоит. Хотя, по сути, мы всю комнату и так держим. Ну ладно, все равно скоро сваливаем. Сколько у варка процентов? Варка 90 или что будет? Ну вот, сейчас, короче, тебя и варка дапаем. У них вон бафер есть. ДДшников у них тоже хватает. Просто, ну, мы уйдем, они останутся печататься. Варка 82%. 82%. Да хуя, ну надо дапать его. У тебя сколько? Ну, у могу меня... предположить, что 90, да? 92 даже. 93?
У меня уже эксп замедлился немножко, уже неровно 10%. Нормально, все, я может даже лексик потыкаем. Денег нет. Идем. Слышь, я кто, Медведев? Медведев, денег нет. Вы держитесь. Да, да, да. Но денег нет. На лексике будут. Сука. Давай так, если будет куда тыкать, потыкаем. У нас есть бижа, можем бижу перетыкать, лол. Да не, не стоит. Где пати, где ПП-то, ёпта? Где ПП-то, ёпта? Вот она. Апгрейд. Всё, а нет ещё? А, и соло баф. О, 76-й, наконец-то. Самый большой левел. На их 7, нахуй. Нормально, и Аденка так подфармилась. 2 лимона у меня сегодня было, блядь, очень мало. У меня было 200 тысяч, сейчас я нафармил 2 миллиона почти. Ну, у меня сейчас 159 миллионов. Блядь, вот Коля мудак, вот сейчас бы, сука, был у него громко, хотя башню на шмотах поналомали бы, блядь. Уёбан, блядь. Да поищем гнома, который ломает под проценты. Сколько у тебя, кстати, дефешек? Ого, 135. 135, у меня 126. Сейчас варку скажу, сколько. И у варка 140. Бодро. Главное, чтобы ангел слэйеры в продаже были. Чё там, пишет ещё что-нибудь в чате? Это чё, всё сдулся? Но он смотрит, но он не пишет. А, ну писать нечего было. У нас же топ-контент, мы бьём мобов, да? Да. Вообще, а вот, ну, никто, типа... одни, которые смотрят, как бьют мобов. Короче, вот, чё, типа? Вот мы делаем типа ПК, да, чара, как бы, ну, угу. И вот мы будем с тобой стримить оттуда. Ну, этот контент, да. Интересно, yeah. Вот если нас вот челики с X7 будут смотреть, это же будет палево, мне кажется, да? Задержка, знаешь, что это такое? Да. Ну вот. Ставишь 20 или 30 минут и все. Пусть смотрят. Они на сторону не поймают. Главное, это же интереснее. Это же, ну, даже интереснее, то есть, прикинь. Жертва будет. Надо постоянно передвигаться, чтобы нас не поймали. Чего? Жертва сама будет к нам приходить. Да, да, да. Количество двух патий на двух ПКшников. Да не, думаю, не буду я патч собираться. Но если бы. Ну, если они будут думать, что нас можно посыпать, то две пати, конечно, не будут, но желающие посыпать найдутся. Ну, а чё они с нас камон шмот посыпят, да? Да. Обогатятся ППЦ. Вон, видишь, едет нахуй. Наездник, блядь. Блядь, типа без палева. Да пошел он. Тупо шлепнул его. Пойду за бутерами сгоняю. Давай. Дима, ты тут еще?
Копи здесь. Марк это туда-сюда ездит, короче. Чё, он ебанутый? Походил, да. Девяносто 9.50. Я близок к цели. Че, пацаны, ПК, ПВП? Пойдемте пофанимся, ребята. Все-таки, да, пойдем. Бля, ну нет, все-таки пошли. Идут, короче, а соло ты мобов хуй пофармишь. Все-таки, бля, проценты. Да и пох, без БД топчик еще. Ну все, корона, кстати, моя больше не работает. Или работает. Ебать. Ура, спасибо. Что, ты в короне бегаешь или на морднике? Пока в короне. Не знаю, до какого левела работает корона. По идее, до 75-го. Я уже 76-й, поэтому можно надевать на мордник. И главное не умирать, да? Без карет, корона не работает. Но поэтому не умирать. Карантин работает. Кто апнулся? Да, кот вроде. Да, у котик апнулся. Жесть, 5 сильверов пришло. Это фартануло нахуй. Тупо бог Олимпа. Ну, а мне вообще нихуя не приходит, прикинь, меня это бесит, блядь. Дичь. Ну, сколько я голосую уже третий день, я не знаю, ник вроде правильно вожу, все правильно вожу, а что не приходит? О, надо варку забустить, короче, этих. Как у вас? Реков, у меня 20 штучек есть. У меня тоже забустил. Как у варка уже реков вообще? Мне кажется, около 300 штук будет. Но ник у него как у этого чела почти не пиздатый. У него... Давай Гладон похуярим. 40. Ой, лол. Беги, блядь, нихуя. Откатил левел? Да. Бля, он просёк хуйню. Сука, а чё он такой жёсткий? Он всё пати положил. Прикинься, не мы. Слышь, ну это дичь нахуй. Сколько у тебя процентов? 98. А у тебя сколько? 5. Это обычным свитком рясно.
Мэн, Бересом, давайте ареснем. А, они в банке лежат. Ой, ну ты мудак, что они там делают? Их же с собой носить надо. Ну я их оставил на потом, это будет такой фейл, как тогда. Ну блядь, ну ты что, ну... Это, тогда с собой вообще надо ничего брать, чтобы не зафейлиться, да? У тебя, видишь, кстати, рожки, рожки корона, да? Да, топчик. Бля, носи с собой Береса, что ты, дурак, что ли, фейлиться? Ты, блядь, не можешь отличить рез от Береса? Можешь. Ну так, отличай и носи с собой. Но еще бафа нет. Ой, давай только без сала, нахуй. О, 50-й волк уровень. Забылся. Еее, 77-й! О, веди! Варк, сколько варк процентов? 94. Да, походу, там жесткий натуре, что-то нас разъебал Изи. Троих, по-моему. Да, КМЛ-ку меняй, да. Вообще. Чё, смелые, блядь? Ну, он банки на ЦП жрал, он пидор. Бегают со своими банками на ЦП, надо, может, тоже купить. Небо на асфальте, мама нахуй. А, сука, и мой трек играет, прикольный. Дичь. Я его не слушаю. Как город полетим, лапни варка, пойду пожру, короче, нахуй. Пойди. Пойду, положу пожрать. А я пойду на гитаре играть. Долго будешь? Да. В районе 2 часов. Посмотрю третий профон аварк, короче, вот, поделаю его. Давай. Там 700 мобов набить надо, кстати. Это он те, которые били те челики? По-моему, да. Заебись. Ну, это не точно. Надеюсь, 700 мобов и все, блядь. Да вроде в пати.
А если в пати, то вообще изи. И кач, и это. Думаю, кач там не будет. Что ты думаешь? Ну, может, там идет мало экспы. А народу в пати до хера. Надо фэшки продать. Короче. Mm-hmm. Отдать тебе Адену и все. А не хочешь поговорить о боге? Ну я про мертвого. А че о нем говоришь, что блять? Да, ты чел. Он вообще сказал, что я сегодня гей нахуй. Он говорит, ты слабый. Я пишу, обоснуй, почему я слабый. Ну ты просто гей нахуй. Заебись, обосновал, блять. Но он вообще не умеет батлиться, короче. Он какую-то чепуху втирает, походу. Лох нахуй, понимаешь? Ищет ебаный. С этим бы... Шо, бог Олимпа, бог Олимпа. Свитков эти, просто 3900, за которые точки можно покупать. Взять их тупо продать в магаз. А они не окупаются, если покупать свитки ашные? По-моему, нет, но мы за них будем покупать ясные точки. Нах. Так, хотя вроде ясные не придут. Все, варкахнулся? Да. Ну все, съебываем. Давай попробуем найти ДДшечку на замену. Или не будем, или просто съебываем. Давай я напишу 2 ДД нахуй. Пять минут не будет, до конца бахну, короче, 12 минут, то пойдем, так. Да, ну умирать я опять не хочу, нахуй. Напиши 2 ДД на замену, просто... Посмотрят челики, типа, духа народу в пати, и не будут заходить, типа, хуй знает. Ну, мало ли, просто напиши, что на замену, на всякий случай. Мало ли. Баффер у пацанов есть, код есть, 2 ДД есть. Ну вот, чё они, 2 ДД, код и баффер. Думаю, они будут нормально стоять. Вот, чел зашел. Какой чел? А, не знаю. Ну можешь мне ДФшки отдать, да я полечу нахуй. Хотя ладно, давай сейчас ещё на нём все вместе съебашим. Улетим, так сказать, на соя. У тебя же есть соя или это, как обычно? Есть, есть. Ну, то есть что, флагайся? Да, пошел ты. Да можно после вот сейчас чела призовут, и мы съебемся нахуй отсюда. Да, да, они нормально тут будут держать. Мне кажется, тут этот чел будет как раз два мы. Два мы.
Вопросительный знак забыл. Да вон, отдай какому-нибудь крылатому чепухину. Или коту отдай. Да, давай отдам коту нахуй. Всё, уебываю нахуй. Чё, он так офигел, что это то, что ему ПЛ дали. Чё, о, мне перчаточки выпали под конец. О, ГЦ, нахуй. Главное было, чё, прикольно, если бы их можно было разбить. Да ща найдём, блядь, отвечаю, кто разбивает. Не, ну, смотри, ты под проценты, а вот прикинь, вот сейчас бы у нас был бы свой гном без процентов. Было бы круче, да? Ну, блядь, ну его-то нету, поэтому под проценты разобьём. А может найдем, кто без процентов бьет просто так. Как это распиздит. Ты, походу, не понимаешь, да, как разбивается? Нет. Я кидаю ему в обмен шмотку, а он мне кидает кристаллы. А-а-а. Нихуя себе. Думал, я буду давать шмотку, чтобы мне потом кристаллы возвращали. Что ты, блядь, дурак, что ли? А что, нет, что ли? Ну, окей. Будешь дурак. Пиздец. Так, чё, Геранд? Геранд, пацаны. Без разницы, в какую бакалейку продавать, везде одинаковая цена, да? Ну, вроде нет. Или да. А может да. А вроде бы и да. Без разницы. ДФ 42 тысячи, нахуй. Аук чекаешь? Не, в углу идёт такой шанс. ДФ 48 тысяч. Только чел скупает, только... А, ну вот, 800 штук скупает. Ты, кстати, вышел, кстати. Да, вышел. Сколько он скупает? 48. А, штук? Да. Или чё? Да, штучек. Бля... Знаешь что? Мало. Все 85, сейчас другого найдем. Так, этому продали. Написано, что 800 скупает, набили 80. Аукцион обновляется плохо. Надо было варка оставить, там, короче, пускай качали бы, когда ты играешь. Ага. Да не, я думаю, так не работало бы. О, ДФшки по 49 только что поставили. Ну-ка, побежим к нему. Давай, я перекинул с варкой ДФшки, 323 штуки бегу к тебе. Так, но у меня 167 лямов. Ты продал ему, да? Сейчас подбегу так вот продам ему. Не убегай далеко, ты как раз это продать можешь, а я хуйню продам, с кем-то отдам. Давай. Дайгер тоже, наверное, можно продать. Хотя сколько он стоит, блядь? 300 тысяч. Который у тебя в руке. О, там даже варка привязана, отлично. Куда ты прилетел? Я продать хуйню сейчас.
Что, за меня стоишь? Я стою возле НПС, который ДФшки скупает. Так, Сварка, я тебе даю два... Сколько у меня дома? Так. Ну, думаю, 3 миллиона тебе будет достаточно. Если там отдашь... Так, 3 ляма Сварка. И... Ну и хуй ты застрял, ёбнутая. Так, си... Так, сюда тебе даю. С ДФ-шек 16 пришло, да? Угу. На 186 лямов. Пойду буковки покручу. Давай. Блин, у нас книг по агрио на овера просто, если продать, на 2 миллиона их выйдет. Просто если магазин продать. Отмывашки агрейда можно уже продать. Чё, накрутил что-нибудь? Ага, свитков дохуя коктейлей. О, коктейль зашибись. О, Black Res. B-Res или как там? Давайте букву. Black Res. Да-да-да, да-да. Ангел Слэйр, вот последний остался, 200 лямов, но срочно бабки найти. Достань с этого с кланхола шмот ашный. И бижу тоже. Да. А его распаковывать надо или не надо? Нет, не надо. Опа. Бересик. Корона. Что за корона? Странная какая-то. Скрольчики. О, Бесои. Вот такая корона. Сейчас я скину. Дискорд. Ты надел ее? Ну да, делаю, снял. А передается или нет? Нет, скорее всего, ПЗ. О, еще БСОЯ, охрененно. Везет. Стопочка выпала. А у БШ на бижу сможет поломать еще? Все сможет. Если найду у кого-нибудь. Да Коля же может БШ на бижу ломать. Так, ну... Так, ну все, буквы кончились. Опять три человека смотрим. Еще один кто-то еще добавился, я не знаю, кто это. Здорово. Ха.
дичь. Здорово. Так, сейчас проверю, передается ли корона. Нет, не передается. Ладно. Давай. Я хотел сделать и забыл, короче, потом, да. Бывает. А, хотел посмотреть, что ты скинул мне. Набор в Академ 2КК, ГК. Полу. Ладно, на это все, ребят. Ну, там, человек, который смотрит. Так, ну что? Вечером буду начинаем искать гнома. Подписывайтесь там, не забывайте лайкать его. Все, удачи.